46 люберчан в этом году получили губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Это одно из самых больших чисел в области. Лауреаты уже стали героями церемонии награждения в Красногорске. Теперь тех, кто прославил люберцы на все Подмосковье, лично поблагодарил Владимир Ружицкий. Я вам сегодня говорю спасибо, потому что вы тот актив, который, в принципе, работает на благо Люберецкого городского округа, славит люберцы. Творчество и духовное наследие, волонтерство, прорыв и экология. Нет в нашем Подмосковье номинации, которая не покорилась люберчанам. Конкурс красоты «Люберецкая краса» стал одним из лучших творческих событий области. Проект «Это новый» молодая гвардия впервые предложила девушкам до 20 лет блеснуть талантами на сцене всего лишь год назад. Собираем молодежь, девушек нашего округа, мотивируем на развитие себя и людей вокруг себя. Девушки также показывают себя в разных направлениях: творчество, кулинария, дефиле. Спортивно-технический клуб «Люберцы» коллекционирует дипломы премии «Наше Подмосковье». Ее лауреатом он становится во второй раз. Детище активистов – соревнования по скоростному маневрированию. Уже 7 лет клуб приглашает автолюбителей показать чудеса на виражах. Развиваем автоспорт в Люберцах. Ну, как получается, уже не только в Люберцах. Люди приезжают с разных уголков. Стулы, с Костромы. То есть двигаем спорт в массы. Сделать спорт еще ближе к массам Игорю Каулину поможет губернаторская премия. Все лауреаты нашего Подмосковья получили по 180 тысяч рублей. На эти деньги они смогут сделать свои общественно полезные проекты еще эффективнее. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.